Проверить на себе. Сегодня в Первоуральске провели единый госэкзамен по русскому языку для родителей. Возможностью почувствовать себя на месте своего ребенка воспользовались 5 взрослых. Родитель, пройдя вот это, посмотрев, он уже знает, где можно ребенка каким словом поддержать, он его уже лучше поймет. Вот и скажет, возможно, что там Саша, Маша, ничего страшного. Сел, написал, все хорошо. Акция ЕГЭ для родителей проходит во всех городах страны уже в 5-й раз. Площадкой для ее проведения в Первоуральске стала школа №3. Там развернули пункт проведения экзамена, максимально приближенный к реальному. Внутрь пускают только с ручкой и паспортом, личные вещи брать с собой запрещено. Сегодня свои знания участники проверяют по русскому языку. Сам экзамен – упрощенный вариант того, что предстоит школьникам. Вместо 3 часов 55 минут родителям отведено 40 минут. Задание – тест, изложение и сочинение взяты из настоящего списка экзаменационных материалов. После сдачи бланки запечатают в конверт и отдадут на проверку экзаменационной комиссии. Результаты оглашают в тот же день. В принципе, я как бы не увидела каких-то сложностей особо. Вот кроме организационных, мне кажется, когда ребенок будет волноваться, ему, наверное, будет тяжело сообразить, что ему говорят в плане организационном. Вот, и как правильно записывать, какими буквами, чтобы не допустить ошибки. Но вот сам экзамен, мне кажется, не очень сложный.